Всем добрый день, у нас сегодня очередная распаковка. На этот раз пришла сумочка для электронных гаджетов. Ну, в основном эта сумочка предназначена для внешнего жесткого диска, ну и кабелей. Пришла вот в таком варианте, фирма BAM. Так, ну и также пришла в обычном пакете, чтобы их не вскрывать. То есть выполнена из нейлона. Хороший замочек. Так, ну и внутри находится вон этикетка соответствующая, ну и непосредственно сам чехольчик. То есть здесь можно положить жесткий диск, ну а здесь резинка кабеля. Но я использовать буду для другого. Ну и давайте посмотрим для чего. Итак, давайте смотреть, что у меня разместилось в этой сумке, которая предназначена для жесткого диска. Так, разместился у меня здесь комплект радиомикрофона Bowie для камеры. То есть приемник, передатчик. Так, ну и сопутствующие кабели для него. Еще один кабель микрофона. То есть сейчас в настоящее время используется. Как раз 4 места заняты. Все удобно закрывается. Ну и хранится, транспортировать без проблем. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.